Пришлось сделать пару вот таких вот махинаций, чтобы описать то, насколько я рад. Наконец-таки Epic Cat Fruit, я столько пытался его достать где-то быстро. Не получалось. А, ебать, я хакера могу качнуть. Хакер, безусловно, полезный, но я стремился забрать этот Epic Cat Fruit чисто ради... Я просто надеюсь еще посмотреть, кого я могу еще... Вот. Чисто ради Октопуса. А, потому что он очень полезный со своим иммуном. Ну, это даже не иммуном, а со своим щитом к вейву. Мне он очень понадобится, я уверен. Потому что особенно вот в соле сейчас начались доберы. Очень много доберов. И вот поэтому я эволвую его. Октопуса. Очень сильно рад. Тем более, я так пытался, и буквально минут 5 назад зашел посмотреть, юзерранг, может быть, следующий Epic Cat Fruit, и оказалось, что да, следующий Epic Cat Fruit, я поапгрейдил там, давайте, максимум сколько можем, еще, я поапгрейдил там этих буги кота, и получила Epic Cat Fruit. Я, безусловно, сейчас рад. Очень сильно. Давайте посмотрим. Вот, Wave Stop, Wave Shield. Это просто имба. Очень имбовый код. Вот, я его сразу же возьму. Вместо этого. Вот так вот. Прекрасно. Вот на этом я буду заканчивать. Буду дальше подходить к крауду. Наверное, по следующей главе я сделаю ролик.